Доброе утро. Слушай, посмотри, нормально читается? Ты почему меня не разбудила? Да потому что каждый сам кузнец своего утра. Ты почему опять этим в коридоре занимаешься, кузнец? Аккуратнее. Аккуратнее было бы страдать ерундой, себя в комнате. И тебе с добрым утром, Дашенька. Остановим пишется через «и». Блин. Алло, Юлькин, там встречу случайно не перенесли? Нет. Ну, мало ли. Слушай, Юлькин, я сегодня немного опоздаю, ты меня прикроешь перед Адольфом? Спасибо, я тебя обожаю. Слушай, Даш, у меня такой вопрос. Сильно видно, что исправлено? Глаш, мне сейчас некогда, честное слово. А хочешь, я тебе расскажу, как сэкономить кучу времени? Глаша, не начинай. Вот не тратить все время на косметику. Каждым своим мазком ты обнуляешь достижения мирового феминизма. Глашка, я хочу, чтобы ты сейчас сама обнулилась. А хочешь, я тебе расскажу один маленький секрет? Глаш, я хочу, чтобы ты не пыхтела мне под руку. Ну, раз тебе так интересно, слушай. Любая косметика, даже эта самая тушь, прежде чем попасть тебе на лицо, испытывается на маленьких беззащитных животных. Глаш, ты сейчас чего добиваешься? Чтобы я расплакалась, у меня потекла тушь, и я окончательно опоздала на работу? Ты даже не представляешь, как плачут эти самые животные во время исследований. Так, если ты сейчас немедленно не прекратишь, то я сегодня же куплю самую стойкую тушь из вытяжки какой-нибудь самой редкой выхухоли. И мало того, что куплю, еще прорекламирую в своем журнале. Нет, ну я, конечно, могла бы попереживать по этому поводу, если бы ваш журнал хоть кто-то читал. Действительно, как жалко, что моя малолетняя сестренка и ее подружки-феминистки не читают мой журнал. Нет, ну это правда очень печально, что не вы моя целевая аудитория. Угу. Куда нам? Мы ведь не редкая выхухоль. Да, дорогой. Да, я все помню. Сегодня вечером, как договаривались. Нет, не опоздаю, обещаю. Да, пойдет зеленый снег. А ты что, прогноз погоды не видел? Там об этом ясно говорили. Антон, послушай меня. Ну вот. Я взрослая, самостоятельная женщина. Не нужно меня контролировать. У меня все под контролем. Что? Что у меня с дыханием? Да как обычно я дышу. Да, Антон, ты догадался. Я прямо сейчас в машине изменяю тебе. Поэтому у меня дыхание сбилось. Нет, на ужин не опоздаю. Антон, все, пока, правда. Доброе утро, Дарья Константиновна. Или все-таки добрый день, а если точнее, добрый вечер. А можно обойтись без комментариев? Нельзя, Дарья Константиновна, никак нельзя. Как и без пропуска обойтись нельзя. Ой, а вы его, кажется, дома забыли. Папа, тебе здесь скучно, да? Поэтому ты ко мне цепляешься. Ты знаешь, одна моя знакомая сторожа в штат ищет. Там и коллектив поинтереснее, и зарплата побольше. Может, тебе туда, а? Отрадно, доченька. Так отрадно, что ты о старике беспокоишься. Но как я тебя, кровинушку, одну оставлю? Без присмотра, без внимания. А как ты маму бросил? Одну и без внимания. Вы, Дарья Константиновна, говорите, только не заговаривайтесь. Еще неизвестно, кто кого оставил. А так это она тебя бросила. Сбежала с молодухой. И Глашку от радости настрогала. Пап, я, наверное, ничего не помню. Вы, гражданка, если без пропуска, не отвлекайте сотрудника и отойдите. Счастливого рабочего дня, Дарья Константиновна. Спасибо, Константин Николаевич. По-моему, это прекрасная, ну, замечательная площадка для размещения вашей рекламы. Да? Простите за опоздание, ужасные пробки. Я же говорил, не можете приходить вовремя. Ночуйте в редакции. Садитесь. А мы продолжим. На сегодняшний день наш журнал продается в 35 городах России. Наши читатели. Ваши клиенты. Послушайте...
Речь идет о газированном напитке краш-сода. Да, конечно, минуточку. Юленька, краш-сода с ярко выраженным оттенком мяты и насыщенным лимоном. Я просто решил символично выпить по баночке вашего продукта за наше сотрудничество. Бодрит. Делишес. Рудольф Алексеевич, благодарю за прекрасную презентацию, но краш-сода – это напиток для молодых и энергичных. Для тех, кто готов на полный отрыв. Угу. Наша целевая аудитория – молодые люди от 15 до 25 лет. Основная целевая аудитория еженедельника «Арт» – мода – женщины от 30 до 45 лет. Я вам сейчас скажу одну инсайдерскую информацию по секрету. Мы как раз собираемся расширить охват аудитории. И ваши подростки, ну, со вкусом мяты и лимона, они станут нам как родные. Это замечательная новость, но мы не можем тратить столь внушительный рекламный бюджет, руководствуясь исключительно голословными заявлениями. Разумеется. Давайте договоримся о следующем условии. Мы планируем запустить кампанию через 2 месяца. Если к тому времени охват аудитории останется прежним, то сделка не состоится. По рукам. Говорите вашим людям, пусть верстают договор. А вы наверстайте нашу целевую аудиторию. До встречи. Юленька, проводите. По-моему, это абсолютная клиника. У нашего Адольфа крышу снесло окончательно. А что вы хотите? Осень на дворе. Пора сезонных обострений. Помните его идею с интернет-порталом? Я теперь, когда слышу слово «интернет», у меня начинается удушье. Кто-нибудь представляет, чем будем заинтересовать подростков? Нет, если он хочет погубить журнал, это его личное дело. Я в этом принимать участие не буду. Будете, Инесса Георгиевна. Как миленько. Никуда нам с этой подводной лодки не деться. По-моему, тебя это радует. Ничуть. Просто я уже столько этих сезонных обострений пережил, что привык. Так что могу приспособиться под любой режим. Хотя неприятностей, конечно, не избежать. Подождите, но ведь это полная смена формата. На 150 градусов. На 180, вы хотели сказать? Вот именно это я и хотела сказать. Что я в современной молодежи разбираю еще меньше, чем в математике. Нет, ну давайте тогда писать про спорт. Или, может, про квантовую физику с коллайдером. Это не нужно потакать нашему самодержцу, а указать ему на его роковую ошибку. Да. Не уверен в успехе подобной тактики. Ну, может, если мы все вместе с ним поговорим? Ни в коем случае. Он терпеть не может эти групповые демарши. Согласен. Должен быть кто-то один. Достаточно убедительный и уважаемый. Спасибо, Этинка. И желательно молодой и привлекательный. Мои чары на него уже давно не действуют. Ну, а мне здесь вообще ловить нечего. Нет. Дарья Константиновна, мне плевать с высокой колокольни на ваше мнение по этому вопросу. Вам ясно? Рудольф Алексеевич, но озвученная целевая аудитория... Этот рекламный контракт наш последний, слышите, последний шанс. Но мы все равно не успеем за такие сроки. А вы успеете. Реанимируйте, наконец, этот мертворожденный интернет-аппендикс, чтобы вы сами не накручивали себе просмотры. Найдите новые темы, новые лица. Я думаю, что молодежь сразу к вам потянется. Молодежь. Непонятно, что им нужно. А, вы не знаете, что нужно современной молодежи? Так это ваши проблемы. Рудольф Алексеевич. Хотите сохранить место? Докажите. Опять задерживаетесь, Дарья Константиновна? Да у меня есть еще свободных полчасика. Помониторю юную поросль на просторах интернета. Буду изучать врага на его же территории. На удачи. Долго не засиживайтесь. И офис тогда закройте. Я скоро сожгу его нафиг. До свидания. Счастливо. Ну что, мир молодежи, чем порадуешь тетю Дашу? Добрый день, Дарья Константиновна. О, нет, скорее вечер.
Не-не, только не надо ломать служебное оборудование. Вообще надо проверить. Не выносите ли вы чего из подвесной территории? Там, я не знаю, оргтехнику? Даша. Стой, что случилось? Офис забыл закрыть. Привет. О, ну наконец-то. Привет, привет, взрослая самостоятельная женщина. Антон, извини, пожалуйста, за опоздание. У меня сегодня был ужасный день. Знаешь, я другого и не ожидал. Как обычно. Поэтому попросил приготовить еду с учетом твоего часового опоздания. Антон Валерьевич, подавай? Да, теперь, Оксаночка, можно подавать. Наконец-то все в сборе. Как ты все точно рассчитал? Наверное, у нас действительно космическая связь. Кстати, какая космическая связь? Просто банальная оценка твоей врожденной непунктуальности. Так, скажите, пожалуйста, вы проверили это на предмет взрывчатки и сибирской язвы? Конечно. Ну, прекрасно. Тогда ставьте. Смотри, а то уволю. Честно говоря, я дико устала, ужасно голодная. Ну и хорошо. Приятного аппетита. Кстати, как тебе мой сегодняшний сюрприз? Очень вкусно. Да нет, я не про ужин. Я про то, как отреагировали в редакции на контракт с краш-содой. Подожди, а ты откуда знаешь? Это секрет. У мафии всюду свои длинные руки. Антон, слушай, у меня сегодня, честное слово, нет настроения играть в угадайку. Ну, хорошо. Дело в том, что Игнат – это мой старый приятель. Ну, мой партнер по бизнесу. Ну, кстати, один из совладельцев этого ресторана. Ну вот, когда я узнал, что ему требуется продвижение его газировки, я отправил его в твой журнал. А почему ты со мной не посоветовался? Ну, тогда бы не было сюрприза. Ну, а благодарить мне не надо, на самом деле это мне ничего не стоит. Зато мне это может стоить работы. Не понял, почему? Мне кажется, единственное, что ты хорошо умеешь делать, так это строчить свои статьи. Спасибо, конечно, за комплимент. Вот только теперь из-за этой чертовой краш-соды я должна строчить статейки для подростковой аудитории. Подожди, а разве до этого... Антон, я работаю в журнале «Арт-мода». И до этого дня нашей целевой аудиторией были домохозяйки. Ты понимаешь разницу между домохозяйкой и подростком? А разве она есть? Не поверишь. Ну, не знаю, ты всегда твердила о том, что хочешь поменять род своей деятельности. Может, это и правда знак? Ну какой знак? Перестань. Давай такой без мистики и гороскоп. Знак, что нужно перестать заниматься тем, чем не следует. Можно действительно просто писать эту заказуху. Ты знаешь, не хочу опускать тебя с неба на землю, но вообще-то сейчас в нашей стране кризис. Поэтому бросать писать свою заказуху не самое лучшее время. Но мне кажется, это прекрасный случай. Ты можешь сменить род деятельности, не меняя работы. Антон, я ничего не знаю про подростковую аудиторию. Ну перестань. Перестань прибедняться, чтобы молодая женщина не знала про проблемы молодежи. Ну, я не про тебя, я про твою сестру. Как ее там зовут, все время забываю? Глаша. Физкульт, привет! Глаш! Глаша! Ты в своем уме? Ты что меня так пугаешь? Я же не знала, что ты такая нервная. Ты не знаешь, сколько здесь маньяков есть. Поэтому ты здесь по утрам бегаешь, да? Ну, извини, плохая шутка. Что тебе надо? Ну, беру с тебя пример. И вообще, в последнее время мы мало общаемся. Мы же все-таки сестры. Как хочешь. Главное, что маньяков будешь отпугивать. Ой, прости, плохая шутка. А ты знаешь, что у нас журнал переводит на новый молодежный формат? Не знаю, знать не хочу. Дыхание собьешь. Уже сбила. Чего слушаешь? Тебе не понравится. Да почему не понравится-то? И вообще мне интересно, чем сейчас интересуется молодежь? Какие у нее кумиры? Вот какие у тебя кумиры, Глаш? Что ты подлизываешься? Что ты подлизываешься ко мне? Что ты стала интересоваться моими кумирами? Отношения хочешь наладить, да? Или что-то другое? Глаш. Красители. Ароматизаторы, глютамат натрия, цитрат натрия. И ты хочешь, чтобы я помогла разрекламировать эту дрянь кучки буржуев? Так, я знала, что зря завела этот разговор. Нет, ну почему же? Мы собираемся организовать митинг в защиту окружающей среды, и этот яд будет отличной темой. Знаешь, ты лучше бы учебе побольше времени уделяла,
А то вылетишь из института со своими митингами. Ты сейчас маму не включай. Мы ведь все-таки сестры. Иди отдыхай. Не хочу я никакую Англию. И Францию не хочу. Таиланд, ну... Послушай, ты сбагрить меня хочешь? Хочешь сделать приятное, сходи со мной в театр. Да не хочу я мир увидеть, я тебя хочу посмотреть. Маринка, спасай. Давай, раздевайся. Это я не тебе, это у меня уже клиент. Все, давай, дома поговорим. Ой, представляешь, мой сынуля путевку мне хочет купить в Англию или во Францию. Чего деньги тратить? Ой, Маринка, ты просто волшебница. Просто мужика надо нормального. Похоже, твой Антонио совсем не Антонио Бандерас. Маринка, ты лучше любого мужика. Не, я сейчас серьезно говорю. У тебя спина прям каменная. Проблемы? Начальство приказало поменять формат. Теперь я должна окучивать подростковую аудиторию. Ну и в чем разница? В чем разница? Ну это как если бы ты всю жизнь делала классический массаж. А потом тебя вдруг внезапно заставили делать массаж, но я не знаю. Например, шведский. Подумаешь. Научусь и буду делать. Марин, да черт бы их всех побрал. Я уже этих подростковых журналов вагон перечитала. И ты знаешь, чем больше я погружаюсь в материал, тем больше чувствую себя старухой. Причем старухой с другой планеты. Так не то, что говорить про себя. Так даже думать запрещено. Не знаю. Может, брось все это наконец и начать писать для себя? Ну, кому сейчас литература нужна? А если кому-то и нужна, все равно не заплатит. Да-да. Но все равно лучше бесплатно, чем выворачивать себя наизнанку. А в чего выворачивать? Ты знаешь, я в интернете на такой блог наткнулась. Некая Маргуша описывает свои сексуальные переживания и похождения. Я тебе хочу сказать, тетка с большим юмором пишет. Так вот, молодежь из ее блога не вылезает. Да. Не знаю. А что не знаю? Секс. Вот что нужно всем, вне зависимости от даты рождения. Да ну тебя. Потерпи сейчас. Готовы ли вы поменять свое здоровье на ароматизаторы? Готовы ли вы давать своим детям яд ради обогащения других людей? Не слишком пафосно? Да нет, уровень пафоса соответствует нашим высоким целям. Очень хорошо. Давай кричал. Давай. Ребят, вам не надоело еще играть? Может, пора сворачивать лавочку? Между прочим, у нас санкционированный митинг, и у нас еще 3 часа разрешенного времени. Да если есть шанс достучаться до обывателей, мы достучимся. Знаете, где у вас больше шансов? В психушке. Вы что должны делать? Следить за порядком? Вот идите и работайте! Да! Не хочешь родить ребенка урода, забудь про напитость на своем красоте! Не хочешь родить ребенка урода! Алло? Да, добрый день, это кто? Какой Саша? Да ладно, Саш, ты в Москве, что ли? Здорово как. А... Да не особенно ничем. Сейчас? Давай, я где? Хорошо. Прикинь, Сашка звонил. Круто, если бы я еще узнал, кто это. Как? Я же тебе рассказывала. Мы с ним в школе учились. Ну, тот парень, которому дали большую стипендию, и он в Англию уехал. Ну, в Йоркшир. Учиться. А, школьный принц. Нет, неважно. В общем, он сейчас предложил встретиться. И что, ты меня хочешь бросить на поле брани? Да нет, почему? Если хочешь, пойдем вместе. Ладно, фиг с ним. Обыватели подождут. Он относился ко мне как к сестре. Да я его, кроме как брата, не воспринимаю. Слушай, ты, по-моему, рассказывал, что это твоя первая любовь? Я не рассказывала такого. Ты бы его видел. Он толстяк, ботаник. А что, ботаники не имеют права на счастье? А, кстати, о ботанике. Слушай, дай мне списать лекции, а то я с этими митингами нифига не успеваю. Слушай, Глаш, я что-то не усекаю. Мы с тобой на митинги вместе ходим, а на лекции ты одна не успеваешь. Потому что у меня есть личная жизнь. Какая? Такая. Ну, ничего себе. Привет, стрелыш. Привет, я бы тебя ни за что не узнала. Тебя подменили в Англии? Ну, скорее перезагрузили. Петр. Очень приятно, Саша. Наслышан. Присаживайтесь. Ты очень круто выглядишь. Я тоже так хочу. Мне срочно нужен бантики Туинбл. Ну, лично мне было бы жалко прощаться с такой очаровательной внешностью. Да ладно тебе. А вот с английским произношением, кстати, беда. Фу, ты зараза там. Слушайте, это просто кайф снова слышать родную речь.
Как хорошо, когда вокруг разговаривают по-русски, поют, ругаются. Я ведь там даже не заметил, что стал думать по-английски. Это уже здесь накрыло. Первый день вообще бродил, как инопланетянин. Офигеть. Действительно офигеть, ценник конский. А чем обусловлен выбор именно этого заведения? Здесь из вегетарианского меню только картошка, пюре и горчица. Чего тебе не нравится? Нормальные цены. Петр прав. Место действительно унылое. Просто моему приятелю понадобился ресторан для съемок ролика. Он по каким-то каналам вышел на хозяина этого заведения. Вот, а мне надо было смотреть объект. Ну, я с дурой решил совместить приятное с полезным. То есть ты еще и режиссер? Куда мне? Буду кривляться в кадре. Мы обедаем с кинозвездой? Пользуйся возможностью, пока у меня еще есть время. Будешь что рассказать внукам. Так, друзья, раз уж я вас сюда затащил, то и плачу тоже я. На ценник не смотрите. Супер, закажу двойную порцию пюре. Гулять так гулять. Хватит. Саш, ты настоящий джентльмен. Кстати, о джентльменах. А в Англии тоже культивируется потребительское отношение к женщинам? Ты это сейчас к чему? Я? Нет, ни к чему. Просто поддерживаю светскую беседу. Ведь не каждый день обедаешь со звездой, на халяву. Но если в рамках светской беседы, Петр, то определенные тенденции, конечно, имеются. Но англичане ревностно относятся к идее равноправия полов. Истерики. Вы знаете, Александр, а у нас домострой. Что вы говорите? Причем в консервативном варианте. И самое печальное, что женщинам нравится. Им нравится быть товаром. Ох, не цените вы то, что имеете, Петр. Вот, ты бы пообщался с англичанками. Феминизм феминизмом, но в амёб-то зачем превращаться? То есть, если девушка намеренно не подчеркивает свою сексуальность, она амеба. Я как-то наоборот представлялся. Зачем отрицать свою природу? В различии между мужчиной и женщиной гораздо больше плюсов, чем в их разнице. Не придумали декольте и мини-юбки. Ну, тем приятнее вернуться в родные Палестины. Наши девушки следят за собой лучше всех. Мягко сказано. Петь, хватит. Я здесь согласна с Сашей. Очень приятно, когда за тобой ухаживают и делают комплименты. Даже если небольшой налет сексизма в этом есть. Как интересно. Друзья, а не посетите ли нам какие-нибудь более веселые заведения? Мне посоветовали одно местечко. Может, как-нибудь наведемся сюда вечерком? Какой-нибудь бар с пьяными плясками? Нет, спасибо, нам с Глафирой это неинтересно. Говори за себя. Мне, между прочим, очень интересно. Угу. Зрелище, которое никогда не надоест. Похлеще сериалы, ей-богу. Пап. Ау. Может, уже на другой канал переключишься, а? Ну, устройся, Глашке в институт вахтером. Вот кому надзор не помешает. Не-не-не, Глашка – ребенок поздний, избалованный. Так сказать, отрезанный ломоть. Твой отрезанный ломоть сегодня всю туалетную бумагу выбросил, представляешь? Говорить, нельзя такую дорогую покупать. На нее много древесины уходит. А Гвардевка вся в отца. Так что ты тогда ее к себе не заберешь-то, а? Обжечься боишься? А вам, Дарья Константиновна, для родной сестры жилплощади жалко? Родная, Константин Николаевич. Это когда мамочка одна. Зато папочка один. И квартира одна. Вот найдете мужиков в жилплощади, тогда и разбегайтесь. Счастливого рабочего дня, Дарья Константиновна. Черти что. Порнуха какая-то. Да ну, так не бывает. Развлекаетесь, Дарья Константиновна? Собираю формат для нового креатива. Ну-ну. Виктор Петрович, я просмотрел материалы. Зайдите ко мне в течение дня, есть что обсудить. Дарья Константиновна, порадуете меня? Я про статью. Да. В самое ближайшее время, Рудольф Алексеевич. Алло? Здрасте. Я нашла ваш телефон на этом сайте. Могу я поговорить с Маргошей? Добрый вечер. Дарья, если не ошибаюсь? Да. А вы? Маргоша? Маргарита Васильевна, к вашим услугам. Маргоша – мой творческий псевдоним. Никогда бы не подумала.
Но расскажите, как у вас это получается? У вас же потрясающий слог. Все эти удивительные истории. У вас поразительная фантазия. А почему фантазия? Да бросьте вы же не хотите сказать... Подождите, вы что, серьезно? У вас, наверное, была очень интересная жизнь. Почему была? Но... В смысле, вы... Вы что имеете в виду? Нужно держать себя в тонусе. Мой главный рецепт – это юный любовник. 3 раза в день. Перед едой, а лучше вместо. Не смущайтесь, я просто шучу. Ну что я, старушенце, могу посоветовать вам, молодым? Держите жизнь в своих руках. Любите. Ошибайтесь, страдайте. Это так прекрасно. Маргоша чуть-чуть приправит перцем. Ваши истории. Боже мой, моя муза. Поздоровайся, Стасик. Добрый вечер. Добрый вечер. Главный режим. Вы же понимаете? Хорошего вечера. Хорошего Спасибо вечера. За интервью. Приятно было поболтать. Бабуля, я же просил тебя не представлять меня никому своей музы. Пока ты живешь в моей квартире, цыц, буду представлять тебя, как захочу, и так из-за тебя никакой личной жизни. Хотя бы бизнес может двигаться. Посмотрим, что это за школьный принц. Чего? 5532 друга. Рехнуться какой-то маньяк-коллекционер. Да? Привет, боевая подруга. Привет, боевой друг. Давай быстрее. Я тебя точно не отвлекаю? Не хотелось бы мешать твоей личной жизни. Господи, если бы я занималась тем, о чем ты говоришь, я бы трубку не взяла. А, вот почему на тебя фиг дозвонишься. Петрович! Ну ладно, ладно, звонись. Я звоню тебе напомнить, что ты обещал вместе со мной расклеить листовки. Против использования натурального меха. Исключено. Я встречаюсь с Сашей, ты забыл? Ну, одно другому не мешает. Петрович, давай завтра. Слушай, а сколько можно откладывать? Вот я уже клей развел. Ну давай, ты быстро мне поможешь, наклеим, и побежи к своему Сашке. Ну, Петрович! Ладно, не маленький. Один справлюсь. Спасибо тебе большое. Большое за помощь. Ладно, я помогу тебе. Это все ради животных. Ты мне дыхание сбиваешь, я тебе потом позвоню. Россия-Англия 1-0. Представляешь, ей лет 70. Марина, я серьезно, я сама чуть в обморок не упала. Молодец, старушка. Я бы, знаешь, тоже книжку написала. Будни развратной массажистки похотливых клиентов. Лежите, тихо, лежите. Обычный бабский трюк. Угу. Но самый цимис в том, что все эти истории якобы правда. Да ладно, врет. Как дышит. Да, Мариночка, я тоже так думала. Пока любовничка ее не увидела. Кого? Любовничка. Марин, мальчишка, ей во внуки годится. Симпатичный такой. Рассказали бы, не поверила. Дашка, что ты со мной делаешь, а? Зависть, смертный грех. Не, Маргоша мой кумир. Она его своей музой называет. А что это, вариант? Ты найди себе кого-нибудь помоложе, поподжаристей. Ну, чтобы он тебя просвещал по заданной теме. Да ну тебя. Ну, хватит уже киснуть со своим Антонио. Маринка, я так не могу. А вот через не могу. Считай, что это производственная необходимость. Скажите вашей подруге, что могу предложить свои услуги. Не надо болтать во время массажа. Релаксируйте. Да иди ты к черту! Я в гробу видал и тебя, и твой поганый журналишка! Так, Маринка, я тебе перезвоню. Что уставились? Рано радуйтесь. Завтра Адольф и вас так же пережует и выплюнет. Счастливо оставаться!
Дарья Константиновна, а как дела со статьей? А, да, я как раз собиралась вам рассказать. Сегодня вечером планирую посещение нескольких молодежных заведений увеселительного характера. С целью, так сказать, творческой разведки. Какая работа у вас? Трудная, но интересная. Требую отчет. Так, Юлькин, выручай. Нужны явки и пароли. Где сейчас принято отрываться? Назови самые модные дискотеки. Дарья Константиновна, дискотеки сейчас только в школах проводят. Ну и где ты? Глаз, я уже здесь, я тебя вижу, я бегу! Бегу! Глаз, я здесь! Петь, что с тобой произошло? У тебя же 100% пунктуальность еще на генетическом уровне. Глашка, я сам в шоке. Видимо, вспышки на солнце. А ты в этом собираешься пойти в клуб? Нет, блин, на утренник, а что такое? Да нет ничего, как же эти социальные коды, вот этот боевой раскрас и так далее. Петь, я всего лишь иду с другом потанцевать. Петь, ну я ведь действительно опаздываю. Ну побыстрее, пожалуйста. Меня же человек ждет, неудобно. Что значит побыстрее? Он хочет жить. Клеим как клеим. Немного осталось. Ты действительно считаешь, что мне надо по-другому одеться было? Издеваешься, что ли? Хочешь позвонить Саше? Уточни у него. Проконсультируйся. Ладно, все, сколько можно возиться. Держи, я сама наклею. Как ты мажешь? Нормально я мажу. До подсознания дойдет. Все листки слетят. Ничего, не слетят. Все, долг перед животными выполнен. И вселенная стала чуточку добрее. Ну, проводить тебя до метро? Нет, спасибо. Галашка, извини, пожалуйста. Я честное слово, я не знаю, как это ты вышло. Ты в своем уме? Вот как я теперь пойду? Ну, только не злись. А давай сделаем так. Мы сейчас быстро пойдем ко мне, быстро постираем, быстро высушим, и все будет чики-пуки. Это же обычный клейстер. Новости. Вот миндальное печенье, твое любимое. Поможет скрасить ожидания. Джинсами лучше займись. А со своим ожиданием я как-нибудь сама разберусь. Ок, если что, я в ванной. Быстрее давай. Отрывы покорны всем возрастам. Привет, я Ника с канала Звукач. Я Дарья, с другой планеты. А, круто даже! Планируешь зажечь сегодня по-взрослому? Для начала я вообще планирую понять, что я здесь делаю.
Сейчас, 5 минут. Ни одна жидкость перед термообработкой не стоит. Давай, С2, испаряйся. Можешь не торопиться, смысла уже нет. А? Я говорю, не торопись, смысла нет. Глаш, извини, я не знал, что так получится. Петрович, достань мне какие-нибудь штаны. Конечно. А может, скрасим неудавшийся вечер новинками кинопроизводства? Петрович, какое кинопроизводство? Я тебя видеть не могу. Вот я и предлагаю для просмотра кино, а не мою скромную персону. Ты уже устроил мне сегодня просмотр. Короче, из тебя штаны и такси до дома. Ок? Ок. Молодой человек! Да! Мне чего-нибудь такого? Не знаю. Чего-нибудь такого, чтобы не жалеть о напрасно потраченном времени. Мне, пожалуй, то же самое. Без проблем, сейчас сделаем. Саша. Даша. Вот скажи мне, Саша, какого черта нужно всей этой современной молодежи? Ну, если вопрос не риторический, то сходу не разобраться. Еще 2, пожалуйста. Ну и короче, это маленькая девочка, которая собиралась стать офигительной писательницей, теперь занимается просто фигней. Печальная, но поучительная история. Хотя я предпочитаю хэппи-энды. Слушай, а ты такой милый. А ты читал арт-моду? Честно говоря, не приходилось. А стоит? Нет? Даже не вздумай. Я тебя прошу, ты мне должен пообещать, что никогда в жизни даже не откроешь этот проклятый журналишко. Я обещаю. Так нет. Нет, поклянись мне. Клянусь этим коктейлем. Что никогда не открою... Арт-моду. Арт-моду. Публика сегодня вообще отстой. Ночь какая-то, да? Ладно, валим отсюда. Хотя, погоди. Встретились в одиночество. Давай, Майк тогда. Не Оскар, конечно, но я думаю, Библу понравится. Есть? Еще 2. Понравилось? Так собрались. Спокойно, собрались. Собрались? Я, между прочим, здесь не просто так. Так. Я у тебя интервью беру. Ролевые игры? Отлично. Ура. Ладно, спокойно. Сейчас включу. Вот сюда. Итак, молодой человек, признавайтесь. Здесь же полным-полно молоденьких дурочек. С этим трудно поспорить. Ну а что ты тогда зависаешь со старой кошелкой? Вот только не надо мне сейчас вот эти комплименты, правду говори. Хороший вопрос. Конечно, я ж профессиональный журналист, так что зубы мне не заговаривай. А дядя Фрейд говорит, что это потому, что меня воспитывала строгая мамандер. Я потенциально ищу себе сильную женщину. Ты знаешь, это многое объясняет. Да ты посмотри на этих юнцов, а! Да они же все воспитывались в однополых семьях. Ну, в смысле, ну их воспитывали мамы и бабушки.
Посмотри, они все мне завидуют. Неудачники! А пусть не завидуют, потому что тебе ничего не светит, маменькин сынок. У нас с тобой чисто интервью. Само собой. Ты только им не говори. Здрасте. Ну, я пойду? Идите. Сашке что-нибудь передать? Дарья Константиновна, а что это вы не свежи сегодня, помяты? Ну, про костюмчики я вообще молчу. Что, дома не ночевали? Папочка, я тебя очень прошу. Только не сейчас, ладно? Ой. Я еще и не выспалась. Это в твои-то годы. Черт, идиотка. Забыла. Пропуск? Если бы. Телефон. Я не знал, что тебе нравятся престарелые цыпочки. Смотри. Изгиб тут грудь. Ну, ты понимаешь, а? Я себе трубку оставлю? Угу. Жмот. В отличие от тебя, я видел ее утром. Она выглядит примерно так же, как ты сейчас, только лет на 10 старше. Лучше бы ты мне про вашу встречу вообще не рассказывал. Я вел себя весьма корректно. Слушай, Ромео, я надеюсь, ты со своими амурами не забудешь про сегодняшнюю съемку? Какую съемку? Алекс. Ты не забудь. Антон какой-то. Может, мужик ее. Она не такая. Они все не такие. Снимай трубку. Слушай, ну, а вдруг, правда, мужик, неудобно получится, подстава. Если бы это был ее мужик, она бы записала его каким-нибудь масиком, котиком. Была бы фоточка с поцелуйчиком, понимаешь? Трубку снимай. Да? Да. Да.
Адольф Алексеевич, извините, я знаю, что я опять опоздала, но... Нет. Дашенька, не извиняйтесь. Ваше сегодняшнее опоздание абсолютно оправдано. А? Вот это отрыв! Зря я в вас сомневался. Ух, как мне нравится, сколько драйва. Сколько там? 20 тысяч просмотров. Это только с утра, и это только начало. Присаживайтесь. Всем брать пример. Продолжайте в том же духе. Только у меня большая просьба. Используйте свою энергию во благо журнала. Продолжаем. Инесса Григорьевна. Пожалуйста. Отражение моды 70-х в среде хипстеров. Какие еще к черту хипстеры? Это актуальное молодежное движение. Оно было актуальным до того момента, как вы о нем узнали. Не нужно копировать то, что давно сделали другие. Не хватает пороху идти в авангарде. Давайте предлагайте вечные темы, что ли. Что такое? Дарья Константиновна, сушничок? Нет. Почему мальчики предпочитают девочек постарше? По-моему, кто-то вчера хорошо повеселился. Нет, это тема. Тема номера. Сейчас в России удручающее количество семей, где воспитанием детей занимаются исключительно мамы и бабушки. Да, и большинство мальчиков сейчас воспитываются в вот таких вот неполных семьях, если называть вещи своими именами. И мальчики вырастают и предпочитают девочек постарше. А в этом что-то есть? Это все вранье, конечно, и за уши притянуто, но провокационно. И к статье можно сделать фотосессию. Стильная возрастная модель и юноша андрогинного типа. Да делайте, только без переборов. Секс можно, но без пошлости. Обижаете, Рудольф Алексеевич. Инесса Григорьевна, я смотрю, вы завелись. А что? Тема хорошая. Сроки. Материал будет готов в ближайшее время. Привет. Слушай, прости, пожалуйста, за опоздание. Просто я телефон дома забыла. И вообще немножко потерялся во времени. Слушай, Даша, хватит врать. Я все знаю. Я звонил тебе на твой сотовый. И трубку взял какой-то юнец. Антон, послушай. Я должна тебе кое в чем признаться. Даже не заморачивайся. Забыла она его дома. Скажи прямо. Потеряла. Потеряла? Ну, конечно. Ты же не можешь признать свое разгильдяйство. Ну, ничего. Это даже к лучшему. У меня есть для тебя сюрприз. Я давно хотел тебе подарить телефон достойной такой серьезной и взрослой женщины. Оп. Нет, ну, конечно, спасибо большое. Но, к сожалению, я не могу его принять. Ты же давай такой без пошлости, а? Нет, ну правда, и к тому же я привыкла к своей старой трубке. Забудь про нее. Она давно у перекупщиков. Да, но там была куча нужных контактов. Погоди, погоди. Только не пытайся сейчас меня убедить в том, что ты настолько глупа, что не сделала резервную копию телефонной книги. А действительно, чего я ломаюсь? Спасибо огромное. Отличный телефон. Ты налево сходила, телефон получила. Зажигаешь, подруга? Марин, не трави душу. Мне сейчас, честное слово, не до шуток. Ой, плохо я бедный. Ну, а мальчик, ну... Отстань. Я, если честно, вообще ни черта не помню. Ты же знаешь, мне даже кефир пить нельзя. Да ну тебя к черту. Ну извини, пожалуйста, что разочаровала. Тебе же надо повторить, на трезвую голову. Ты с ума сошла? Не буду я ничего повторять. А кроме того, я его номер не знаю. Ты балда, у него твоя трубка. Да я свой тоже не помню. Сколько раз пыталась запомнить и без толку. Я тебе говорю, тебе надо повторить все. Для памяти, для головы, для мозгов. У меня есть твой номер, сейчас его наберу. Ну хорошо, я ему позвоню. Но только для того, чтобы восстановить свои контакты. Да.
Конечно. Ну что? Вроде все готово. Угу. Ты готов? Да. Поехали. Только улыбаемся, ладно? Начали. Молодец. Ну что, было? Все снял? Отлично. Так, мне надо не отлично, а офигительно, понимаешь? Как по мне, так нормально. Слушай, перемотай и покажи, что ты снял. О, сестреныш. Ты что, кулинарный техникум в Англии закончил? Да, нет, это увлечение. Повар-самоучка. Класс. Вот так. Зарисовка. У меня есть свой видеоблог, вот там выкладываюсь по полной. Набери в поисковике «Алекс Виртуоз». И куда же делся толстяк-ботаник, который я знала в школе? А ты как здесь оказалась? А я решила извиниться, что бросила тебя в тот вечер. Вспомнила про съемки, и вот я здесь. Да брось ты, ерунда. Не бери голову. Не буду. Можем, в принципе, еще раз встретиться. О, подожди. Извини. Да? Ну, наконец-то! А я уже думал, что этот телефон останется мне в подарок. Симпатично, конечно, но я предпочитаю без тразиков. Прости, у меня сейчас совсем нет настроения шутить. Мне правда очень нужны мои контакты. Мы можем увидеться в ближайшее время? Ну, давай часов в 9. Я тебе пришлю на этот номер адрес. Договорились. Ну, о чем мы там с тобой договаривались? Ну, не важно. Девушка, бога ради, извините, но мне нужен этот человек. Сань, один дубль. Старик, ну ты перестраховщик. Мне нужен один дубль. Я понял. Глаша, познакомься, это мой друг, будущий ресторанный магнат, а пока просто Семен. Очень приятно. Вы знаете, в таких условиях знакомиться с девушками Алекса мне нравится гораздо больше. Глаш, прости, у нас дела. Глашенька, если вдруг вам надоест этот удачливый красавчик, позвоните. В любое время. Не слушаю его, а. Слушайте, девушка, слушайте. Пойдем отсюда, пикапер недоделанный. Готов к дублю? Кажется, у него кто-то есть. Удивительно. Внешне симпатичного парня с английским образованием есть девушка. Это просто в голове не укладывается. Хватит, я серьезно. Петрович, а помоги мне его отбить. В смысле? Ну, в прямом смысле. Отбить, завоевать как хочешь. Ты же парень, ты же должен знать, что там на вас действует, что нет. Так, давай по порядку. У тебя сейчас в голове одни феромоны, поэтому буду говорить помедленнее. Саша тебе не подходит. Я сама как-нибудь решу, а ты поможешь или нет? Да я и помогаю тебе, я давно знаю и тебя, и твои убеждения. Ну слушай, Саша это типичный представитель больного общества, вы с ним идеологически несовместимы. Я думаю, как-нибудь разберемся, с кем мы идеологически совместимы, а кто мне просто жужжит на ухо и не хочет помочь боевой подруге. А боевой подруге не стоит помогать, ее стоит спасать, когда за нее действуют, значит, инстинкты эти животные, а не мозги. Mm-hmm. Ну ты влюбишься, смотри, ты влюбишься, потом ты возненавидишь себя за это. А я, как всегда, окажусь виноватым, потому что ты поступишься при этом своими принципами. Почему я должна поступиться своими принципами? Я Сашку знаю как облупленного, и он совсем не такой, как кажется на первый взгляд. Давай доверимся фактам. Проверим твоего принца на прочность. И если я ошибаюсь, я лично отобью у него всех самых, чтобы он достался тебе. Да ладно, всех? Ну? Надеюсь, я об этом не пожалею.
Но я приехала по твоим координатам. Только тебя я не вижу. Только учти, у меня дома знают, куда я поехала и с кем я встречаюсь. Не переживай, тебе ничего не угрожает. Это очень хорошо. А теперь верни мне, пожалуйста, мой телефон. Нет, так дело не пойдет. Судя по твоему бегству тем утром, продолжать наше знакомство ты не намерена. Поэтому я верну тебе телефон только после нормального свидания. Я обязательно с тобой встречусь, как только у меня появится время. А теперь, пожалуйста, верни мне мой телефон. По-моему, ты и сейчас никуда не торопишься. А действительно, почему бы и нет? А ну отдай телефон, зараза! Черт, не жульничать. Слушай, что тебе надо? Ты уже один раз воспользовался ситуацией, тебе так, мало? Стоп! Никто никакой ситуации не воспользовался. Это не в моих принципах. Ну, извини, что я отвез тебя к своему другу, но твоего адреса я не знал. Я очень рада, что ты такой принципиальный. Верни телефон. Я прошу тебя об одном свидании. Полчаса, и ты свободна. Вместе с телефоном. Ладно, если только полчаса. А это что такое? Мы так не договаривались. Необходимые условия. Полчаса. Черти что. Аккуратней, ступеньки. Тихонечко. Вроде взрослая женщина, а вечно вляпываюсь во что-нибудь. Может, это карма? Так. Стоп. Добро пожаловать в мой ресторанчик. Ого. Везет мне последнее время на рестораторов. Попрошу не обобщать. В нашем ресторане гостей не просто кормят, а делают их счастливее. Прошу. Тут я смотрю столько счастливых лиц вокруг. Вот именно. Вон, посмотри. Видишь, брюнетка? Она сообщает своему мужу, что беременна. Это их первенец. Кстати, они еще не знают, что в придачу идет сестренка. А, вон, смотри. Старичок делает предложение бабушке. Это у них традиция на каждую годовщину. Уже 50 лет. Ну а что вот это за пьяная компашка в углу? А, дебоширы, да. Шальные ребята. У них друг только что получил Нобелевскую премию. А почему эта толстушка такая грустная? Наверное, ее прокатили со свиданием? Ей скоро очень повезет. Она познакомится с Нобелевским лауреатом, и они полюбят друг друга на всю жизнь. Ну хорошо. С посетителями мы разобрались. А как же быть с официантами и поварами? К сожалению, наше заведение настолько бюджетно, что... роль официанта и повара придется выполнять мне. А вы уверены, что справитесь за полчаса? Ну, если быть точнее, то уже за 20 минут. Чего, впрочем, вполне достаточно. Так что давайте усложним задачу. Не изволите ли, так сказать, взять реванш? Ого! Впечатлил!
Браво, ты настоящий кулинарный талант. Какой-то повар-ниндзя. Ну, про талант мне, конечно, говорили. А вот ниндзей называют впервые. Я так себе и представила. Древний храм, где юных поварят держат, пока они не выучат все секреты мастерства. Слава богу, секреты своего мастерства я придумал сам. Впрочем, как и рецепт этого блюда. Ну что, можно пробовать? Пожалуйста. Вкусно? Нет, ну правда, очень вкусно. Ты что туда добавил? Не скажу. Нет, скажи, ну хотя бы намекни. Это секретная информация. Ты же не хочешь провести остаток дней в заброшенном древнем храме? Слушай, если там будут так кормить, я готова. Прошу. Спасибо. Ну что ж, ты с честью выдержала испытание и теперь получаешь главный приз. Ты представляешь, я про него даже забыла. Ну, когда мы встретимся в следующий раз? Сашка, слушай, спасибо тебе огромное за чудесный вечер, но я не думаю, что нам стоит продолжать. Кроме того, и так получилось больше, чем полчаса. Секундочку. Сейчас отмотаю время назад. И я как будто бы не слышал твоего ответа. Я повторю его снова. Стоп. Еще чуть назад. И вопроса тоже не было. Ты просто имею в виду, что я тебе в контакты записал свой телефончик. Вдруг понадобится повар-ниндзя. Прощай, Саша. До встречи. Да-да? А, сестреныш, привет. Нет, не разбудила. Завтра? Абсолютно свободен. Спасибо, что приехал. Доброе дело делаем. Да ерунда. Это как поход по магазинам. Столько всего интересного. Я же говорила. Сашка наш человек. Давай не будем делать скоропалительных выводов. Пока только ясно, что он по магазинам любит ходить. Ах так! Так, хватит! Уже? Да. Я только вошел во вкус. Заметил. Энтузиастом оставил. У нас еще на сегодня дела есть. Ну, хватит! Все, все. Дамы и господа, не проходите мимо. Только сегодня у вас есть уникальная возможность спасти мир и улучшить собственную карму. Посмотрите, посмотрите на этих чудных животных. Эти листовки прекрасно будут смотреться и дома, и в офисе. А очень будет классно смотреться в детской. Они улучшают карму. Так, заряжены на добро, обогащение и хорошие оценки. Когда станете богатым, не забудьте перевести немножко средств в фонд защиты природы. Пожалуйста. Пушных зверей, значит, спасаем. А сколько деревьев порубить пришлось, чтобы эти листовки распечатать? Одно значит лечим, другое калечим, да? Ни в коем случае. Напечатано с помощью экологически чистых, новейших нанотехнологий. Ни одно дерево не пострадало. Правда? Ну, дайте тогда мне стопочку. Возьмите. Спасибо. Всего доброго. Друзья! Друзья! А ты заметил, что ему уже целый день никто не звонит? Может быть, я все надумала и просто дура, и никого нет?
Ну, с этим сложно поспорить. Ну, или просто они уже расстались. Ну, я бы не стал на твоем месте обольщаться. Может, у нее просто дела. Мы с тобой тоже можем 2-3 дня не созваниваться. И ничего. Ну, я об этом же и говорю. Нет отношений, нет звонков. Так, друзья. Ну, что у нас дальше на повестке дня? Дадим кровь, посмотрим пару брошенных младенцев. Нет, все намного интереснее. Да? Угадай. Угу. Ну, будем вешать скворечник. А? Сейчас принесу. Завидую вам белой зависти. Да, с чего бы? Ну, столько общих интересов. Идеальные отношения, что говорить. Ну, да, у нас отличное взаимопонимание. Ты знаешь, мы просто на людях не хотим афишировать отношения. Плохо получается. Я же вижу, как Глашка на тебя смотрит. Да, такие чувства фиг скроешь. Ага. Слушай, а тебя можно попросить об одолжении? Валяй. У нас тут планируется романтический междусобойчик. И мы уже 2 недели не виделись как-то наедине. Родители на дачу уехали. Понимаю. Глашка тебе сама же не скажет. Да ладно, старик. Отсвечивать не буду. А вот и я. Готова вешать скворечник? Слушай, сестреныш, у меня тут срочные дела нарисовались. Так что вы повеселитесь без меня. А как же скворечник? Ты точно уверен, что времени нету? Ну, только не делай вид, что ты слишком расстроена. Ладно, отлично провели время. Надо будет как-нибудь повторить. Давай. А что это он так? Да ты знаешь, ему кто-то позвонил. Я могу ошибаться, но голос был женский. Это я, дура, спугнула его этой проверкой. Знаешь, если его спугнули наше мероприятие, то вы просто взаимно несовместимы. Да плевать я хотела на эти мероприятия дурацкие. Митинги, акции. Мне Саша сейчас важнее. Да, важнее защиты окружающей среды. Ты знаешь, что твой Саша тоже является ее частью? Это не смешно. Это не шутка. Знаешь что, бери и вешай сам свой скворечник. Главное, это была твоя идея. Ты чего? Что, запах не нравится? Ну, потерпи немножко, я потом проветрю. Даш, я сейчас ставлю себя в очень уязвимое положение, так что надеюсь на твою тактичность. Зря надеешься. Откуда тактичность у прожженной мясоедки и подлой потребительницы? Вот именно об этом я и говорю. Еще один такой комментарий, и разговор будет закончен. Ну, прости, прости, пожалуйста, я тебя слушаю. Никаких подколов по поводу моего феминизма. Клянусь, тебе испытана животных косметика. Дашка, это сейчас нифига не смешно. Прости, пожалуйста, я не думала, что будет так трудно. Давай я лучше вообще помолчу. Да, так будет лучше. В общем, есть парень, и он не воспринимает меня как сексуальный объект. Нет, у него с этим в плане все в порядке, тут дело во мне. Я оказалась заложницей своих феминистических принципов. Я сейчас говорю именно то, что ты слышишь. И спасибо, что сдерживаешься. Я вижу, как тебе сложно. В общем, мне нужна твоя помощь. Научи меня эксплуатировать свою внешность. Можешь говорить. Так. Проблема понятна. Первое, что я хочу тебе сказать. Я тебе очень благодарна за твою откровенность и за то, что ты пришла за советом именно ко мне. Не за что. А второе, я тебе помогу. Но есть одно условие. Ты исполняешь все мои инструкции точно, без загонов и отсебятины. Даже если придется вывернуть тебя наизнанку. А не нравится? До свидания. Я надеюсь, я об этом не пожалею. Жесть. Хочется круг очертить и молитвы читать. Так, не ерничай. Решила продавать душу, так делай это с достоинством. Скажи, пожалуйста, что это экологически чистая дрянь? Как слеза младенца, только с растворителем и нитроцеллюлозой. Вот это. Еще обязательно вот это смотри. Это натуральная кожа.
Так мы о чем договаривались? Да, но ее сорвали с маленького животного. Дорогая, ты ему уже ничем не поможешь. Но если ты это наденешь, значит, его смерть была хотя бы не напрасной. Ай. Так не дергайся. А! Слушай, это обязательно все терпеть ради каких-то всего лишь упырей? Упыри здесь абсолютно ни при чем. Мы все это делаем только ради себя, любимых. Подфартил тебе с фигуркой, сестренка. Никаких недостатков, даже нечего скрывать. Не, ну, честное слово, даже неинтересно. Америка еще вот это. А можно я сразу это надену? Ну как? Средненько. Снимай эту никчемную тряпку и надевай вот это. Ну вот, теперь это можно выпускать в люди. Фиг знает. Я как-то себя не очень комфортно чувствую. Ничего страшного, привыкнешь. Ну-ка, пройдись. Ну ты даешь. Ты где видела, чтобы нормальные бабы так задницами крутили? Ну эффектно же. Не, ну смотря для кого. Я дам полусвет, может быть и эффектно. Послушай. Ты же мальчишку своего не просто в кровать стащить хочешь. Это не трудно. Если бы. Не трудно, поверь мне. А вот удержать гораздо сложнее. И вот тут-то, дорогая моя, и появляется разница между настоящей женщиной и ночной бабочкой. И в чем она? Потом поймешь. А пока просто пройдись по улицам, насладись кайфом от нового образа. И ты увидишь, что мужское внимание – это не удивительное явление, а скорее надоедливый побочный эффект. Меня точно не засмеют. Не засмеют, не волнуйся. Даш, пойдем со мной. Ну ты с ума сошла? А мальчишку твоего мы тоже вместе охмурять будем? Так, сестра, соберись. Все будет хорошо. А вот это вот тебе. Все, что подошло на примерке. Это все мне? Держи, держи. Считай, что это мой подарок. Спасибо большое. На здоровье. А теперь иди и побеждай. Я не знал, что все настолько запущено. Больше нечего сказать? Да есть, боюсь обидеть. А ты не бойся. Мне все равно твое мнение фиолетовое. Фиолетовое с этой сумочкой не сочетается. Смешно. Это шутка такая. Ага. Угу. Я серьезно, Глаш, тебе не кажется, что ради минутного увлечения ты предаешь все, во что верил? Давай-ка поменьше пафоса. Ты сейчас не на митинге. Да, рассказ боевой. Больше похоже на панель. Петь! Петь, прости меня! Ну и пошел ты! Меня от твоего света просто трясет. Ну, надо же поменять, темно как. Ну, сюда люди поесть приходят. Чем ты думал? Не знаю, не знаю. Мне нравится. Главное, экономно. Мой тебе совет, сними ты это убожество. Антон Валерьевич, к вам пришли молодые люди, могу их пригласить? На предмет оружия взрывчатки проверили? Конечно. Смотри, а то уволю. Это ко мне, пусть подойдут. Хорошо. Вы можете пройти. Добрый день. Приятного аппетита. Здрасте. Присаживайтесь. Это Александр, мой партнер. Он является в проекте... Так, парни, у вас 5 минут на суть дела, поэтому давайте без лишних слов. Хорошо, суть дела. Новая сеть ресторанов, в которых вся кухня происходит на глазах у клиента. То есть клиент получает не только пищевое, но и эстетическое удовольствие. Игнат, это что ж получается? Ты решил конкурентов пригреть? Да еще и на моей территории? Ну, так не забывай, это и моя территория. Просто покажу ролик. Извините, тут небольшая техническая заминка. Так, стоп, Варня, какая заминка? Ну, подождите, я найду розетку и через 2 минуты все. Подожди, ну раньше надо было думать. Ну, послушайте. Ресторанный бизнес, он неряшливости не терпит. Вот хороший пример организации. Я в свое время ни на секунду не пожалел, что вложился в этот ресторан. А вы свою возможность упустили.
Второго шанса я не даю. Оксаночка, проводи, пожалуйста, ребят к выходу. Подождите. Да, конечно. Организация – это прекрасно. Но ведь и подача тоже имеет значение. Еда – это как секс. Вот домохозяйка в бигуди и старом халате. Вы к ней даже не притронулись. Оксана, позови охрану. Так, стоп, погоди. А теперь это топ-модель в кружевном белье. А ты же Алекс, интернетный повар. Тут физиономия показалась знакомой. Видел твой видеоблог? Впечатляет. Спасибо. А теперь он лицо и шеф-повар новой сети ресторанов. Гляди, какая конкуренция уползает. Не хочешь его к себе взять, пока не поздно? Я бы с удовольствием. Только в моем бизнесе все места уже заняты. Правда, красотка? Девка какая красивая оказалась, а? Давай с моим пупсом познакомим. Так, нет, дорогая. Нам бесквартирные зятья не нужны. Я вон все мечтаю, чтобы Глашка себе мужика жилплощадью нашла. А ты хочешь, чтобы она еще твоего пупса ко мне домой привела? Ладно, обойдемся, нужны вы очень. Тем более вы в комплекте с гуляющим папашей идете. Ой, да ладно тебе. Ты на папаню-то особо не наговаривай. Ну да, было у мужика помутнение рассудка. Кризис среднего возраста. Бежал к этой идиотке. А потом она сбежала от него и Глашку бросила. Устроили они, конечно, ребенку счастливое детство. Кошмар. Ты думаешь, она от хорошей жизни с этими митингами чудес ничего? Да отстань от нее с этими митингами, подумаешь. У кого какое в детстве хобби было? Я вам макраме плела, у меня вся квартира была замотана. Что там издательство? Да до малышковой темы еще не скатились. Сплю. Я едва-едва подход к подростковой аудитории нашла. Вот. Ты понимаешь, ничего не делается просто так. Ну, не случайно с этим парнем познакомилась. Приласкала бы, попользовалась в конце концов. Да ну тебя. Что, он собачку попользовался? О себе думай. Они о себе подумают. Саня, по поводу твоей доли я не шутил. Погоди. Мы же договаривались только об участии в ролике. А теперь ты шеф-повар ресторанной сети «Алекс Виртуоз». Братишка, мы же с тобой горы свернем. И на месте каждой из этих гор будет надпись «Алекс, Алекс, Алекс, Алекс». Повар-самоучка несуществующего ресторана. Пока! Пока несуществующего, но потом, когда мы возьмем кредит, будут деньги, деньги, деньги. Ты в курсе, что я пристроен в прекрасную английскую уже существующую конторку? Бухгалтером. Это так круто. Старик, дай подумать. Думай. Ты представляешь, эти сопляки выставили меня полным идиотом в глазах Игната. В моем собственном ресторане. Нормально? Да, неприятно. Ты меня вообще слушаешь? Антон, прости. У меня сегодня тоже был тяжелый день. Ясно, ладно, проехали. Кстати, как тебе новый телефон? Телефон? Телефон супер, спасибо большое. Я удивился, что ни разу не спросила, как им пользоваться. Неужели сама разобралась? Ты знаешь, телефон настолько хорош, что управление им понятно на интуитивном уровне. Даже такая идиотка, как я, разобралась. А я знал, что тебе выбрать. Слушай, Антон, ты меня, конечно, извини, но я сегодня неважно себя чувствую. Не понял. Мне кажется, мне лучше лечь спать пораньше. Прекрасно. Ты не могла мне об этом раньше сказать, пока я не поставил машину на платную стоянку? Ну, прости, пожалуйста, что не позаботился о твоем комфорте. Ладно. Пойду, а то мама обижается, что редко появляется сидеть. Слушай, что-то ты совсем раскис, а? Это из-за этой престарелой козочки, которая тебя кинула? Ну, так ничего. Будет на твоей улице праздник, слышь, Сань? Будет праздник, я тебе обещаю. Всё, отстань. А вот и праздник. Какой праздник? Сиди, молчи. Сёма, а? Ты что придумал? Та-дам! Глаша. Привет. Привет.
Глаш, прости, посиди минутку, мне надо с Семой поговорить. Глашенька, позвольте, я за вами поухаживаю. Располагайтесь. Сем, пойдем поговорим, а? Конечно. Я охренел, а? Я Глашу со школы знаю, она мне как младшая сестренка. Вообще-то, если ты не заметил, девочка за это время успела подрасти. Ты что творишь? У нее парень есть. Вообще-то она пришла сюда сама, ее никто сюда не тащил, понимаешь? Я для тебя стараюсь. Ты последнее время ходишь как в воду опущенный. Посмотри, какая девочка, ладненько, отдохни, развейся, дурак. Может, забудешь про свою старую Мегеру. Без твоих стараний обойдусь. Попробуй. Глашенька, извините, но мне нужно идти. Саша с вами побудет. Ты... Прости за эту нелепую ситуацию. Он правда из самых лучших побуждений. Ну и своих извращенных фантазий. Ничего не имею против извращенных фантазий. А как же Петя? Петрович? Угу. Это просто боевой товарищ. Я такая дура раньше была. Столько всего не понимала. Про тебя. Про нас. Кажется, теперь я ничего не понимаю. А тебе не нужно? Я буду понимать за нас обоих. Глаш, нам правда не стоит. А помнишь, мы раньше учили в школе. И тогда я больше всего хотела, чтобы ты был моим братом. Это была моя самая основная мечта. А теперь у меня совсем другие мечты. Глаш. Я же говорю, я хочу больше. У тебя телефон звонит. Не возьмешь? Привет, говорит автоответчик. А это значит, я не могу подойти к телефону. Если это Дашка, ты должна понимать, почему. Боже, прости, но это правда. Правда было бы ошибкой. Ничего, знаем, пока не попробуем. Глаш, только не заводись опять. Я правда не хочу терять такого хорошего друга, как ты. Я всегда считал тебя младшей сестренкой. Ты сестренка, значит? А? Какая же я дура. Хочешь чайку попьем, а? Давай я чай сделаю. Тебе это... успокоиться. Да? Нет, не занят. Прости, пожалуйста, прости. Одну минутку, прости. Да пошел ты знаешь куда, братик. Глаш! Дурак. Дурак. Утром заходила Дарья Константиновна. Она просила передать вам вот это. На предмет взрывчатки сибирской язвы проверили? Конечно. Как всегда. Смотри, а то уволю. Больше не сбежишь. Но, честно говоря, в ванную идти страшновато. Семена сегодня не будет. Похоже на заранее спланированную акцию. Ну, это же ты меня соблазнила. Забыла? Но нужно сказать, что повар ниндзя был не слишком неуступчив.
Может, потому что он на самом деле скромный бухгалтер? Ты бухгалтер? Нет, что, серьезно? Ну, если быть точнее, то я пока ни то, ни сё. Стою на перепутье. Либо вернуться в Англию, получить скучную, но хорошо оплачиваемую работу. Либо ввязаться в местную авантюру. И, возможно, получить работу, о которой можно только мечтать. И что ты выбираешь? Ну, когда я смотрю на тебя, то мне не хочется уезжать. Так. Так, давай договоримся сразу, что ты не должен за меня принимать никаких роковых решений, ладно? Я не готова взять на себя такую ответственность. Хорошо. А что бы ты выбрал на моем месте? Я уже выбрал когда-то. Я могла бы стать писательницей. Может быть, даже неплохой. Но я предпочла легкие деньги продажного прозаписца. Я бы с удовольствием прочитал книжку продажного бразописца. А может, мне вообще все показалось. Может, и не получилось бы из меня никакой писательницы. А так, что вышло, то и вышло. Ну, а что мешает попробовать? Вот только на слабо меня не надо брать, ладно? Ну, а что? Слабо? Прекращай. Не прекращу. Не прекращу, пока не пообещаешь написать книгу и не посвятить ее мне. Торжественно клянусь. Mm-hmm. А сейчас, пожалуйста, давай закроем эту тему. Mm-hmm. Mm-hmm. Ни в коем случае. Эту тему надо хорошенько обмыть. И причем не обычаем, а специальным коктейлем, который я только что придумал. Господи, ты еще и коктейли делаешь? Ну, обижаешь. Я назову его в твою честь. Продажный барзаписец. Погоди. Только черт не убегать. Только черт никуда не убегать. Тебе звонят!